Всем привет, с вами Юля. Сегодня я хочу сделать обзор на набор от фирмы Dimensions. Это Gold коллекция, называется «Ангел элегантности». Его код 8463. Размер работы будет 35 на 40 сантиметров. Вышивается он у нас на аиде 18 каунта. Ну и посмотрим сейчас содержимое этого набора. Это такая серия Christmas, Рождество. Я давно хотела приобрести этот набор, очень долго за ним гонялась, и по счастливой случайности он ко мне все-таки пришел, и, конечно же, я хочу его начать. Я ждала, пока я завершу несколько своих процессов. Они подходят, один уже завершился, второй уже на стадии завершения, поэтому я решила сегодня открыть этот набор, сделать обзор, ну и начать подготовку. Схема, нитки, тоже все это требует какого-то определенного времени. Этот набор находится в такой вот подарочной сумочке, таких наборов у меня еще никогда не было, и вот первый мой такой раритетный, очень интересный, старенький наборчик. Но здесь все целенькое, все новенькое, ничего не скрывалось. Покажу вам картинку поближе. Вот такая красивая девушка должна получиться. Красивая шубка здесь пушистая. Вот она действительно пушистая, объемная, много украшений. Я прям в нетерпении, хочется поскорее ее начать. Так, вот так у нас упакованы материалы, все просто вот в такой пакет запаяны. Первый раз буду открывать такой вот пакет у старенького Dimensions. Так, где у нас здесь открывается? Воспользуемся ножницами. Как всегда, рано утром я делаю съемку, и, возможно, будут какие-то посторонние звуки попадать, но я буду стараться потом это все вырезать. Но если уже где-то что-то попадется, какой-то звук, делайте скидку, потому что времени другого нет. Вечером мало света, не хватает освещения, а вот с утра вот такая история. Так, давайте посмотрим основу, в каком она состоянии. Так, ну, в хорошем состоянии основа, беленькая, такая приятная на ощупь. У нас здесь две иголочки для бэкстича и для вышивки. Не пожелтели, не потемнели, прям в основе были нормальные, причем иглы, представляете, им уже много лет, этому набору как минимум лет 20, как минимум, я не знаю точно его год выпуска. Так, я долго думала, на какой основе мне вышивать, а может быть взять равномерку, но знаете, я скорее всего буду вышивать на родной основе, я ее отутюжу и вот с этой стороны, с внутренней, буду вышивать, буду делать разметку мононитью. Не хочу делать разметку маркером, основа старенькая, не знаешь, что там да как будет, поэтому сделаю мононитью разметку. Решила вышивать все-таки, наверное, на родной основе, потому что здесь будут сложения в 3, там, в 4 нитки, и я думаю, что, наверное, на какой-то равномерке не очень хорошо это будет держаться. Но, ну, я подумаю, посмотрю, если у меня есть какая-то плотная равномерка 36-го каунта. Но, по-моему, нет. Вот три такие планшетки для организации наших ниточек. Ниточки, конечно, здесь самое интересное. Сейчас я буду их разбирать. Ну, нужно начать со схемы, посмотреть, схемку почитать. Схемка прям вот как новенькая, как хорошо хранился наборчик. Знаете, бывают
такие какие-то наборы, что там все пожелтело, еще что-то как-то. Здесь вот прямо она беленькая-беленькая, чистенькая-чистенькая, новенькая, как только из печати. Хозяйка вот очень берегла этот набор. Большое ей спасибо, если она смотрит меня, передаю большой привет. Так, здесь мы видим описание цветов. Знаете, я никогда не разбирала еще вот такие вот наборы, поэтому мне нужно будет все это почитать, хорошо ознакомиться. Ну, тут стандартная инструкция, как что выполнять, стежки, кординг, французские узелки, как бисер пришивать. В общем, тут так все стандартно. Ага, и вот с внутренней стороны у нас вот так вот схемка получается. Она большая, цветосимвольная. Даже есть просто цветовые участки без символа. Сейчас у Dimensions такого нет. Я вам покажу вот этот зеленый цвет. Видите, здесь нет символа внутри, просто зеленый цвет. Интересно. Так, а ключ? А что в ключе у нас написано по этому поводу? Так, где этот значок? Темно-темно-зеленый. Так неудобно, такая огромная эта схема. Я не вижу этот значок. Нужно будет читать всю схему. Хорошо, что я ее открыла. Нужно будет сделать сегодня копию и сидеть читать, потому что я этот значок, девочки, не вижу в ключе. И внизу в описании я его тоже не вижу. Ну, я так подозреваю, я вот сейчас еще раз поближе посмотрела, я так подозреваю, я, конечно, не уверена, что это вот этот значок, написано зеленый, в нем есть точечки, здесь он более светлый в ключе указан, а здесь он получается более темный, но я вот так присмотрелась, да, там есть какие-то точечки, скорее всего, это этот значок, просто он... ключи смотрятся по-другому, нежели чем в схеме. Такие моменты, нюансы. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь написано. Угу. Откроем наши нитки, посмотрим. Так, сейчас здесь у нас вот такой вот крупный бисер. Белый и золотой, но ничего особенного. Кто вышивает подбором, запросто можно его подобрать. Вот такой креник, как радуга. Очень красивый креник. Такой блестящий. Так, номер у него 095. Blending filament. Креник. Очень красивая ниточка, прям залипла на этой нитке, как украшение. Так, нитки, вот они наши нитки. Давайте смотреть, здесь у нас три пучка, и их нужно будет разобрать. Так, тут у нас металлик, три планшетки. Нужно будет подумать, как я буду организовывать нитки. Нужно будет сейчас почитать, что у нас сказано по поводу этих пучков. Так, пучок 1, пучок 2, пучок 3. Так, увидела. Gold вижу. Gold, золото. 8, значит, это пучок 1. Пучок 1. Дальше. Пучок 2 у нас что тут? Красный, грей, gold metallic. А нет. Gold metallic это пучок 2. Так. А в пучке 1 белый у нас написано. White, значит, это у нас белый пучок. Ну и, соответственно, это значит у нас третий пучок. Так, хотя бы у нас есть уже очередь. 1, 2, 3. Так.
Дальше что мы здесь будем делать? Нужно сейчас разобрать все эти пучки. А мне нужно посмотреть, я-то их разберу. Я хочу понять, как мне организовывать мои нитки на органайзере. Что у нас тут по ключу? Так, кросс-стич в одну нитку есть крест. Полукрест в 3, в 2 нитки. Ага. Так, и крест также в 2 нити. Полукрест в 3 нити. Так, но блендов я не вижу. Бленд у нас только один. Кросс-стич, да, один бленд. Полукрест, это у нас что? Это у нас, наверное, тоже бленд полукрест. В 5 нитей. Так. И просто полукрест в 3 нити. Так, есть полукрест в 5 нитей. Есть полукрест. Есть крестик, один цвет бленд, полукрест в 3 нити. Остальное все у нас крестиком. Сколько значков надо посчитать? 33 значка. Нормально, на мой пака как раз все это станет, поэтому буду организовывать на пака, как и хотела. Ой, знаете, так волнуюсь, прям даже не знаю. Как подступиться, как организоваться. Так, это у меня уже использованная совсем линеечка. Так, есть у меня чистенькая. Так, сюда, значит, нужно будет мне подписать все значки. Так, ну с чего же мне начать? Я как мартышка и очки сижу, не знаю, с чего мне начать. С чего начать разбор? Так, я, наверное, вначале разберу на планшетку просто по номерам, потом подпишу к ним значки из ключа и потом уже все переорганизую снова на вот эту планшетку, потому что я боюсь, что я запутаюсь. Вот, так-то я по номеркам я смогу сейчас разобрать. Здесь такие... много планшеток, чего мне их экономить, куда мне их держать, поэтому я сейчас всем этим займусь. Вот с обратной стороны так и будем разбирать. Значит, у нас пучок один, это с белым цветом, вот у нас белый цвет, и вот здесь много, 36 пасм должно быть в белом цвете. Вот, поэтому будем сейчас так и проверяться. Буду писать номерочки, так как идут по ключу. 13 067 1 2 3 4 5 6 7 12. Ну ладно. 13 067 15 351, 16 205, 15 942, 13 340, 18 510, 18 513,
11.001. 36 пасм. Так, я выписала себе на планшетку номера, так как они идут по ключу в пучке 1. И сейчас я буду сюда их развешивать. Открываем наш пучок. Вот они здесь, наши нитки. Ну, сначала я выберу белый цвет, потому что это проще сделать, да, сразу. Буду его отсюда выбирать. Нужно внимательно смотреть. У меня здесь есть также серый цвет. И в свете лампы можно ошибиться. Это я сама себе говорю. Так. Беленький. Беленький, беленький. Беленький. Это у нас серенький, раз уж ты мне попался, иди сюда. Беленький, серенький. Пришлось отключиться, потому что звонил телефон. И решила я разобрать нитки и потом уже вам показать, ну, первый пучок, да. Кстати, в первом пучке была все-таки вот эта шерстяная ниточка, которая определяет пучки. И почему-то сразу я ее не усмотрела, ну, она была прям в серединке. Смотрите, каким образом я разобрала нитки. Я сначала выбрала те цвета, которые самые, в общем-то, понятные, белый. Он у меня занял две ячейки, серый, светлый, темно-серый, да, вот такой, называется он здесь золотой, это темно-желтый, средне-желтый, не знаю, как его сказать, ну, здесь называется золото, его здесь 8 пасм, зеленый, да, вот коричневый, в общем-то, я эти ниточки все здесь разобрала и повесила на планшетку. Потом я буду смотреть по ключу, писать какие-то значки, чтобы как-то для себя понять, как нужно организовать органайзер. Пока вот так, чтобы мне было наглядно понятно, как у меня идут разобраны мои пучки. Правильно, неправильно, ну, чтобы все было видно. Так, теперь переходим к пучку 2. Пучок 2 у нас тоже такой небольшой пучок. Вот он у нас с золотой ниточкой, с металликом. И здесь... Я точно так же сейчас подпишу все номерочки, которые у нас здесь есть. Давайте начнем отсюда. Металлик я не подписывала, я его уберу отдельно в пакетик. Итак, давайте теперь откроем второй пучок и постараемся его разобрать. Во-первых, я уберу металлик. Его еще много. Металлик. Так он весь пушистый, как золотые косы. Как тебе выровнять? Ну, пока придется тебя поместить на планшетку, чтобы ты поравнялся.
равняется немножко. Так, смотрим, что в остатке. Что у нас здесь с нитками? Будем выбирать самые-самые понятные. Так, вот она, зеленая шерстяная ниточка. Так. Самые понятные цвета. Здесь, наверное, зеленый. Pale Green. Две пасмы. По идее, вот это он. Самый яркий здесь, самый понятный. Да, две пасмы зеленого цвета. Он у нас под номером 16225. 16225. Поехали дальше. Что у нас здесь в пучке? Есть у нас Pale Pink, розовый, две пасмы. Вообще легко разбираются нитки. Вот я первый раз разбираю. Нет, не первый. Второй раз разбираю. У меня уже был разбор. Но давно. Я уже, конечно же, подзабыла, что да как. Но разбираются очень легко. Вот здесь они настолько хорошо разобраны по пучкам, ни с каким цветом не конфликтуют. Где-то розовый. Pink 13280. Вот, поэтому даже с небольшим знанием английского вы разберетесь. Ну, я думаю, уже все опытные, все уже знают, как разбирать нитки. Кому-то может интересно. Так, одна пасма Pale Yellow 15372. 15372. Это у нас вот здесь. Дальше, что тут у нас? Коричневый, Dark Brown, 4 пасмы, 15360. Так, дальше, что у нас здесь есть еще? Персиковые, две пасмы, не вижу. Две пасмы персиковых, здесь у нас сколько, две? Так, Light Rust, одна. Так, скорее всего, это у нас вот этот цвет Light Rust. 13336. Так, серый, 7 пасм. Серого 18511. Пожалуйста. Так, осталось немножко. Вот у нас есть какой-то одна пасма. Нет, две должно быть пасмы.
Pale Pink. Это должен быть он. Нежно-розовый. Так, нежно-розовый, две пасмы, 13280. А, у меня там ошибка. Значит, это не Pale Pink. Peach. Это у нас 6031. Перевесим. Так. Peach персиковый, Pale Pink, 13280. Так. А это у нас персиковый. Так. Оп. Что остается? Остаются два цвета. Красный, red, 6 пасм и пурпурный. Ну, вроде все правильно. А нет, тут три цвета еще. Так, красный. Так, сейчас утром я успею разобрать только два пучка. Третий разберу вечером. Заодно у меня будет уже копия схемы. Так, и я смогу продолжить организацию. Ой-ой-ой, красный. Red, 6 пасм, 13.019. Так. Дальше. Вот теперь осталось точно два цвета. Это у нас пурпурный. 14.301. Так. И 13.337, проверим его. Две пасмы Rust. Вот такой кирпичный. Так, мы с вами разобрали ровно два пучка. Так, чтобы вам было видно, у меня убегает металлик. Такой он оказался. Очень скользкий. Две пасмочки хотели убежать. Рядышком их. Раз, два. Все, никто больше не убегает. А еще убежала одна пасмочка. Видно, плохо я ее не в центре повесила. Ладно. Так. Так, два пучка я разобрала. Вот смотрите, какие красивые ниточки. Видите? Красивые очень ниточки. Стараюсь вам показать. Вот так. Вот такие красивые ниточки. Это у меня получается первая планшетка. Пока я ее вот так скручу и отложу. И сегодня вечером приступлю к разбору третьего пучка отдельно. Также буду писать номерочки, и потом рядом с номерками буду проставлять уже значок по ключу и буду смотреть, что у меня как получается. Буду дальше организовывать мой процесс. Сейчас мне нужно убежать на работу. Беру с собой схему, сделаю копию. Потом нужно будет также заняться тканью.
подумаю, буду заменять или нет, и буду делать разметку мононитью. В общем, такая подготовка у меня здесь серьезная, потому что и процесс очень-очень долгожданный. Вот, прерываюсь и увидимся в следующем включении. Итак, вечер того же дня. Продолжаем разбирать нитки. Мне осталось разобрать третий пучок. Я переписала на планшетку все номера, которые идут по ключу из третьего пучка, уже подготовила, и теперь буду разбирать нитки. Так, падают тени, но никуда от этого не денешься. Вот такие красивые у нас ниточки в третьем пучке. Давайте его развяжем. Видео получится больше таким рукодельно-влоговым. Просто с вами общаемся. Я разбираю нитки, потихоньку готовлю мой очень любимый проект. Так, давайте посмотрим. Зеленый. Я вижу, что здесь зеленого очень много. Начнем, наверное, с... Есть просто зеленый и есть темно-зеленый. Их 17 пасом. 16880. Вот, я его уже сразу узнала. 16880. Очень красивый зеленый цвет. Так. Выбираю его сразу. Все, потихонечку нужно отделить. Вот они у нас эти все пасмы, 16880. Надо было две ячейки оставить под этот цвет. Ну, вроде бы поместила. Так. Ну, нормально поместилась. Дальше смотрим, что у нас еще здесь самое такое броское, то, что бросается в глаза. Вот такой еще ярко-зеленый цвет, он здесь просто идет грин, зеленый, больше зеленых нет, поэтому мы не ошибемся. Вот так, вот вам, пожалуйста, грин, он у нас 8 пасом, 16228 номерочек, вот здесь рядом. Готово. Дальше у нас здесь есть голубой, его много, розовый, коралловый, давин, blue, light, пурпур, light blue, blue, light, пурпур. Три получается у нас цвета. Немножко, наверное, тихо говорю. Так, у нас здесь светло-голубой, голубой и пурпурный. Ну вот, наверное... Он так похож. Так, светло-голубой. Его 13 пасом. Light blue 13 пасом. Но тоже я смогу его сразу выбрать. Потому что пас много. Глаза бросается. Так. Еще где он? Так, так, так. Ну, вроде бы все. Я выбрала пасмы аккуратненько. Нет, все-таки зацепились и другие ниточки. Ну ладно. Еще одна осталась пасма. Ну вот, смотрите, light. Blue, светло-голубой, он у нас номер 17031, вот здесь. Готово.
Дальше смотрим. Шерстяная ниточка здесь попалась. У меня этот пучок неудачно, я его открыла, я его весь немножко перемешались у меня пасмы неаккуратно. Я как-то села так тоже не очень удачно камере. Камера стоит по центру, а я пытаюсь с краешку вам это все показывать. Неудобно рукам. Так, ну я сейчас выберу вот этот серый. Он вообще серый, но мне кажется, он здесь обозначен как голубой, наверное. Хотя он не голубой. Это серый цвет. Так. Вот. Ой, много пасм. Что это у нас такое будет? Наверное, голубой будет. 11 пасм, потому что я вот его все вот выбираю, и он еще не заканчивается. Наверное, это он, потому что больше я похожих цветов на голубой я не вижу. Это значит, будет он голубой. Но сейчас свет электрический, может быть, он и голубой, но мне кажется, он серый. Так. Их вот много здесь этих пасм. Сейчас я их посчитаю. Итак, продолжаем. Вот смотрите, это все-таки у нас получается идет как голубой, потому что я посчитала по пасмам 11, больше здесь с 11 пасмами нет цвета, 17,050 размещаю я на планшетку, 17,050. Так, 17,050 готово. Дальше у меня есть вот такой вот сиреневый фиолетовый цвет. Наверное, это Тарк темно-пурпурный, 14,300. 4 пасмы, 14,300. Вообще быстро разбираются нитки. Вы видите, практически как бы лайв разбираю с вами, не задерживаясь. Вот и светло-пурпурный, вот они здесь, несколько пасм. Так, где бы их так аккуратно вытащить? Вот, светло-пурпурный, у нас две пасмы, 14,302. Вот здесь, рядышком. Готово. Дальше смотрим, что это у нас здесь. Какой-то золотой. Dark Red, Green, Dark Gold. Ну, Dark Gold это вот этот будет 100%. Сейчас мы посчитаем пасмы. Так. Пасмы 3 и 4, 5, 6, 7, 7 пасм. Dark Gold 7 пасм. Это он. 15,347. Размещаем. 15,347. Лично. Дальше, что у нас тут осталось, что нам бросается в глаза и можно сразу вытащить. Светлый цвет, кремовый, две пасмы, 12,386. Вот он, кремовый цвет, 12,386. Вытаскиваем.
на планшетку. Так, дальше. Темно-красный. Давайте его найдем. Dark Red 6 Passant 13072. Вот он. 13072. У нас меняется погода. Сегодня поднялся ветер. Начинается осеннее похолодание. Ну, у нас такое бывает. Начинается похолодание, потом снова возвращается к нам жара. Посмотрим, что будет на этой неделе. Обещают, что будет похолодание. Вчера 31 был градус, сегодня 20-24. Так, Dark Red. Где Dark Red? 6 Passant 13072, сказали, да? Вот. Посмотрим, какая будет погода на этих выходных. Если будет хорошая погода, то я опять съезжу на море. Так, это у нас 4 пасмы. Так, браун, это коричневый, 15898, сюда. Быстро разбираются ниточки, прям раз-раз и готово. Ну, другую организацию я сегодня делать уже не буду, потому что мне нужно садиться за мой ласковый май, вышивать там бэкстич. Вот, хотя бы нитки я сегодня разобрала, завтра я буду готовить уже основу, буду готовить дальше планшетки, органайзер для игл. Так, коралловый цвет, 3 пасмы, 13012, готово. И осталась одна ниточка, это у нас розовый роуз. Все, быстро, видите, раз-раз и готово. Пригодились как раз оригинальные вот эти планшетки. Я, по крайней мере, для себя сделала вот такой вот такой разбор. А дальше, как я и говорила, я... Сейчас, ну не сейчас, завтра я уже буду заниматься остальной организацией, буду смотреть по значкам и буду думать, как мне организовывать. Может быть, я оставлю все на этих планшетках, сделаю, подпишу здесь значки и отдельно сделаю для блендов. Так как у меня есть еще третья планшетка свободная, то я могу сюда организовать, к примеру, бленды. Вот, покажу вам, напомню, как выглядят ниточки. С первой планшетки, видите, вот такие красивые ниточки у нас. Ну и, как вы понимаете, новый старт — это Dimensions Gold коллекция, серия Рождество, раритетный набор Ангел элегантности. Вот такую красавицу я буду вышивать в подготовке к Новому году. Ну, я на Новый год не сильно украшаю дом, но вот настроение создавать вышивки я люблю. Размер работы будет 35 на 40 сантиметров. Вышивается у нас эта работа на Аиде 18 каунта. Набор раритетный, очень-очень старенький. Не знаю, ему лет 20, наверное, точно есть, а может и больше. И основу я решила здесь оставить все-таки родную. Посмотрела я по своим тканям. Я вот ничего такого хорошего не придумала, чем можно ее заменить. К тому же здесь большой отрез. И, если честно, я немножко боюсь менять на какой-нибудь лен, что-то такое мягкое, потому что здесь все-таки будет плотная вышивка, будут сложения в 5 нитей. Ну и я решила оставить Аиду. Я люблю вообще Аиду, я для себя поняла, вот мне комфортно на ней вышивать. И, ну, решила не рисковать и оставить все как есть, все оригинальное, все натуральное. А здесь я уже показываю, на каком этапе находится мой процесс.
Аиду я натянула на мой станочек. Станок еле-еле помещается в кадр. Он достаточно большой, но здесь рама стоит на 50 сантиметров, плюс еще там его основание. Вот он еле-еле помещается в кадр. Какие я процедуры делала с Аидой? Да практически никаких. Самая основная процедура – это разметка. Дело в том, что здесь Аида молочного цвета, она все-таки не белая. На картинке смотрится, вот она прям смотрится прям белоснежная, но на самом деле она молочного цвета, не такая белоснежная. И я решила не пользоваться маркером, так как основа уже старенькая, сколько лет она лежала в наборе, и вообще не знаем, где и сколько она лежала на складах до того, как пойти в набор. Я решила не рисковать, чтобы не остались от маркера какие-то следы, точечки, еще что-то, не дай бог, полоски. Вот, я решила сделать разметку мононитью. Я попробовала на моей чудесной игле. Мне понравилась эта разметка, я хорошо ориентируюсь, и она хорошо вытаскивается потом даже вот из зашитых участков. Поэтому я немножко посидела и сделала себе разметку. Вот такой блок для начала мне, в принципе, достаточно. Но хотя по схеме начинается вышивка не с самого-самого низу, а видите, есть такой отступ. Я так понимаю, потому что вот с левой стороны будут вышиваться у нас вот эти вот звездочки, и они учитываются по схеме, да? Вот. Поэтому есть такой отступ. Конечно же, от разметки и ниже есть еще отступ. Достаточно много оставлено воздуха. Вот, и я приступила, вышиваю я снизу вверх. Для меня так комфортней, я привыкла, потихонечку буду идти наслоениями. Конечно, внизу будет очень много работы, потому что юбка-то у нас внизу самая-самая широкая, поэтому мне, пока я доберусь до девушки, тут нужно будет вышить, представляете, сколько на основе вот такой огромный кусок этой юбки. Ну ничего, юбка здесь самая интересная. Для меня самое интересное вот эта шубка. Она здесь такая натуральная, такая пушистая, объемная. Я вот прям, я прям завидую этой красавице, какая красивая шубка. Вот, и буду ее вышивать. Что еще я здесь делала? Я сделала копию схемы обязательно, цветную. Вот уже отметила тот участок, который я вышила. Схема на первый взгляд совсем не сложная. Много креста, мало совсем полукреста каких-то еще стежков. В основном все крестом вышивается. И здесь такие хорошие участки, которые зашиваются крестиком. Совсем мало каких-то вкраплений, где нужно часто менять нитку. Вот даже на начальном этапе я беру нитку и в основном я ее полностью вышиваю. Все очень, как бы, на первый взгляд комфортно, не сильно сложно. Будет очень много белого цвета в платье, в крыльях, в шубке. Много-много белым цветом нужно вышивать. Вот, поэтому, наверное, здесь и основа такого молочного цвета, чтобы совсем не сливались какие-то участки. Потому что вот и крылья у нас, да, они, ну, они не белые, они серые здесь. Но будет там и белый цвет, бело-серые. Все равно будет какой-то контраст. Так, что еще у нас по этому процессу? Единственное, по схеме еще добавлю, что здесь очень слабо нанесена сетка. И мне нужно будет посидеть и почертить эту сеточку. Потому что вечером, когда вышиваешь, немножко теряешься в разметке. А для меня это очень-очень важно. Ну и перейдем к ниткам. Я думаю, что кому-то вот именно этот момент, он очень интересен, очень важен. Я сделала разбор на родные бумажные органайзеры. Мне было сложно сориентироваться, как мне нужно организовать этот процесс. Хотела просто вот разобрать нитки, подписать, посмотреть, что у меня да как получается. И я вот вчера сидела и делала разметку
подписывала значки, чтобы посмотреть, каким цветом что вышивается. Но в основном здесь крест. В основном крест, есть совсем чуть-чуть два бленда, совсем чуть-чуть полукреста. Я сразу подписывала, где вот крест, где полукрест. Вот, ну, такие у меня каракули. Вот, мне понятные. А, я забыла зеленый значок подписать. Вот видите, спешила, так хотелось начать. Черные, синие, красные значки я нарисовала. А вот смотрю, а здесь зеленые значки должны быть. Я их как-то пропустила. Видно, зеленую ручку не нашла и сразу как-то не сделала, не подписала. Ну ладно, это я сегодня исправлю. Вот эти вот два момента. Зеленые значки разметить, сетку нанести. Вот. Ниточки здесь вот такие у нас, всякие разные. Ну, посмотрите разбор ниток в отдельном видео. Что еще по организации? Ну вот, я сделала себе свой любимый паркощик игл. Приклеила, вот с обратной стороны была чудесная игла. Все. А с этой стороны приклеила Dimension. Знаете, вот я снова, они такие практичные. Их можно вечные, можно ими пользоваться, и очень классно паркуются здесь иглы. Я вот уже давно пользуюсь вот этим материалом упаковочным на двухсторонний скотч. Приклеил ключ и паркуешь себе значки, не нужно рисовать, не нужно путаться, теряться, там где, куда припарковал, вот оно все есть. Вот. Но я пока буду вышивать так. Мне кажется, я удачно и комфортно для себя сделала организацию. И пака мне не понадобится. Может быть, пака у меня пойдет для какого-то другого процесса. Ой-ой-ой, еще старты, Юля. Не заглядывай вперед, не забегай вперед. Вот. И мои первые впечатления по вышитым вот этим вот крестикам. Первые впечатления самые-самые приятные. Основа очень податливая, мягкая. Ниточки, вот те цвета, которыми я вышивала, очень мягенькие. Вышивать ими приятно. Я вот очень боялась, что будут гнилые нитки, знаете, вот что-то вот такое, набор-то старый. Но нет, нитки достаточно хорошего качества, и набор хорошо был сохранен. Прямо я вот благодарна хозяйке за бережное хранение, соответствующее материалам, да, то есть там ни влаги, ничего, вот все здесь очень-очень хорошо, и вышивать было очень приятно этими ниточками, нет каких-то дискомфорта, нет каких-то проблем, нитки хорошие, лучше, чем у чудесной иглы, но, конечно, до ДМС не дотягивают немножко. Они немножко потоньше и тоже такая не очень хорошая мерсеризация, блеск. Но они мягкие, по крайней мере, они мягкие. Они не такие вот жесткие, как у гаммы, где есть прям нитки, похожие на швейные какие-то цвета. Не настолько похожи, но вот они ходят более в жесткость, какая-то там такая скрутка. А эти мягенькие ниточки такие хорошие, как будто их в кондиционере прям прополоскали, и они очень приятные в работе. Вот. Итак, прошло много-много дней, и я хочу сегодня с вами поделиться моими результатами, успехами по вышивке набора фирмы Dimensions Gold коллекция, раритетный набор «Ангел элегантности». Размер этого дизайна будет примерно 35/40, номер набора 8463. Вот всю основную информацию я напомнила. И, кстати, сегодня у меня 20 октября 2021 года. Год теперь тоже нужно называть, потому что YouTube изменил формат показа видео, не показывает, когда было выпущено видео. И часто девочки, когда находят какие-то видео, там не стоит дата, они могут воспринимать это видео как свежее, спрашивать какие-то вопросы. А знаете, когда прошло уже 2-3 года, я уже сама не помню какие-то подробности. Вот так нас немножко путает YouTube. Если есть какая-то функция, где можно включить показ даты выпуска видео, подскажите, потому что я думаю, что эта информация всем очень нужна. И, кстати, я тоже очень часто обращаю внимание на дату выпуска и смотрю, что вот у многих ее нет. И тоже бывает путаю старое, новое видео, когда.
Так, сегодня 20 октября. Этот дизайн я вышивала, ну, практически месяц, чуть меньше, много дней было не вышивальных. Ну и давайте я вам покажу, что же у меня на конве. Я думаю, это самое-самое интересное. Немножечко я подержала интригу и возвращаюсь к моему станку. Вот на таком этапе находится моя вышивка. Показываю вам сейчас немножко с расстояния, чтобы вы посмотрели, как смотрится тот участок, который я уже вышила. Ну, я думаю, здесь даже без комментариев можно просто смотреть и восхищаться, как все красиво подобрано, переданы хорошо цвета, складки. Юбка действительно получается очень натуральная. По возможности я везде старалась сразу выполнять бэкстич. Бэкстич у нас идет такой горчичной ниточкой по краю юбки. Дальше идет красный цвет тоже вот здесь по краю юбки. Также и тут у нас украшение. Тоже нужно сделать увеличение, чтобы вам показать. И тут украшение в шубке. Здесь у нас металликом вышивается Lazy Daisy. Ну, немножечко бэкстича, несколько штрихов. Внутри шубки вот на красной подкладе тоже есть бэкстич зеленой ниткой. Здесь у нас бленд золота и такая же темно-желтая нить. Здесь у нас бэкстич в одну ниточку и французские узелки в две ниточки, в два навива. Очень так красиво смотрится, как будто это бусинки, просто потрясающе все это выполнено. Ну и вот здесь снежинки, я уже несколько снежинок выполнила. Они выполняются тоже блендом. Здесь у нас креник плюс такая голубая ниточка. И получаются вот такие симпатичные снежинки с легким блеском. Просто волшебство какое-то. Классно. Конечно, сложно закрепляться вот так вот для просто бэкстича на пустом месте. Но это все решимо, потому что здесь аида. И с обратной стороны под стежками переплетения, точнее, под нитями переплетения можно закрепить ниточку и вот выполнить вот эти вот чудненькие снежинки. И, по-моему, еще вверху будет несколько снежинок, если не ошибаюсь. Нет, вот здесь уже все. Будут у нас дальше уже по рисунку вверх и с правой стороны. Вот такая у нас здесь красота получается. Как вы видите, у меня здесь припаркованные нитки. Я вышивала до того момента, до того участка, где мне было удобно вышивать. Себе сделала какую-то границу и просто старалась выводить все по одну линию. Убрала здесь уже нитки мононить, поэтому вы видите уже полностью здесь готовый участок. Ну, за исключением бусин и бисера. Как я и сказала, здесь будет где-то бусинки и бисер вот в этих вот звездочках и в шубке. Украшение очень будет красиво все смотреться. И вот сегодня я доснимаю этот фрагмент, выпущу видео, поделюсь, что как есть у меня, как получается, девочки. И уже я подготовила себе новый участок. Немножко нужно отдалить. Подготовила я себе уже новый участок, сделала разметку и буду выводить до половины работы. Вот как раз вот эта точка, это у меня половина работы. Здесь много еще вышивки, ну, в принципе, вверху будет много вышивки, но я думаю, что низ работы самый-самый объемный. Давайте еще раз посмотрим на картинку. Видите, я сейчас дошла до этого участка, где вот колокольчик вот здесь. Вот, этот участок тоже очень объемный. Дальше сама девушка будет вышиваться попроще, но еще крылья, звездочки, в общем, украшения и отделка бэкстичем, работы будет много. Я пока не переключаюсь на другие процессы. Знаете, меня так затянул этот процесс, и я решила остаться с ним и его пошить, постараться завершить вот так вот скопом, потому что отвлечешься, и потом сложно возвращаться к какому-то дизайну, дошивать, вспоминать. Вот, и пока у меня есть такое настроение, вдохновение, я его буду шить по возможности до завершения. А дальше уже буду определяться, что я буду дальше вышивать.
У меня много и начатых интересных процессов, у меня поступили покупки. И честно, я вам скажу, я прям теряю, даже не знаю, что следующее буду брать. Но, наверное, я забегаю сильно вперед, не нужно спешить, нужно сконцентрироваться и вышивать вот эту красавицу. Что еще по этому дизайну примечательного? Пока на данном участке у меня только крест. У меня нет здесь ни полукреста, ну, в смысле полукреста в 2, в 3, там вот эти вот все сложения, их нет. Блендов тоже нет. Бленды у меня только в снежинках. Все остальное просто крестиком вышивается. Достаточно легкая схема. Такой прям частой смены нитки нет. Берешь какой-то цвет и можно вышить, ну, какой-то участок. Ну, вот здесь вот, где такие вот сиреневые, фиолетовые вкрапления, здесь три цвета, ну, вышиваешь там 3, 4, 5, там 7 крестиков, как бы ни одиночки, ни разброс. Вот, ну, в зелени тоже здесь меняются цвета, три цвета. Но это все равно так идет логично, так комфортно, что, в принципе, никаких сложностей у меня нет с отшивом, и процесс идет очень-очень увлекательно. Я вышиваю столбцами вверх, беру себе какой-то участок, вот как здесь видно, к примеру, и постепенно... Так, у меня тут муж крадется. Парятся или спарят? Так, снимаю, как всегда, утром, либо вечером. Что делать, куда деваться, времени очень-очень мало. Вот, вышиваю я столбцами и беру себе какой-то участок и просто вывожу ниточку до верха. Ну, вот здесь мне было неудобно довести прям до самого верха, тянуться. Я уже сегодня перемотаю, сейчас сфотографирую, поделюсь во всех моих сетях. Напомню, что у меня появился и Facebook, так, Инстаграм у меня есть, ВКонтакте, Фейсбук. Вот, поэтому кому где как удобно, заходите, будем дружить. И приступлю я уже к выполнению вот этого участка. Интересно, к концу месяца смогу я его вышить? Ну, будем стараться вышивать. Сейчас у меня времени маловато, но тем не менее я стараюсь. Вот, как получается, да? Вот. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения, до новых встреч и всем пока-пока.